Меня зовут Аля Костина. А это моя подруга Валя Шатунова. Она еще школьница, а я уже работаю. Мы всегда вместе и на земле, и в небе. Сдружил нас парашютный спорт. Сегодня мой 60-й прыжок. И если все удачно, первый спортивный разряд. Знаете, это удивительное чувство, когда над тобой небо, а где-то внизу далеко земля, и ты вот так летишь и летишь. Приземляться надо точно. За нами внимательно наблюдает тренер Лев Сергеевич Кисляк. Мы занимаемся в Кировском аэроклубе, которому в этом году исполняется 30 лет. Прыжки прошли удачно. А мы мечтаем о самостоятельных полетах. И, может быть, мы тоже когда-нибудь полетим к звездам.